Оставили автомобиль на платной парковке около площади Мичурина. Ушли буквально на 40 минут, чтобы пообедать. А когда вернулись, поняли, что место для стоянки выбрали неудачно. Дерево упало буквально на глазах у Дмитрия и его жены. Слышим треск, сработала сигнализация. И смотрим, как раз-таки лежит дерево именно на нашей машине. То есть повезло, что буквально секунд 30, и мы бы сели в эту машину и поехали бы. Хорошо, что это произошло без нашего участия. Дерево находилось не в первой линии, оно стояло около забора. Поэтому водитель даже не догадывался об опасности. Скорее всего, ствол сломался от сильного порыва ветра. Ветки полностью перекрыли тротуар. Он буквально превратился в джунгли. К счастью, в этот момент на нем не было прохожих. Автомобилю Дмитрия повезло меньше. Часть ствола приземлилась точно на заднее стекло. Если передняя часть машины еще в нормальном состоянии, то задняя совершенно разурочена. Вся крыша, весь багажник, абсолютно неприемлемые двери погнуты. То есть задняя часть пострадала очень серьезно. Основной удар пришелся именно на нее. На место прибыли сотрудники дирекции благоустройства города. Ветки распилили, крона дерева оказалась очень густой. С места происшествия вывезли целую машину веток, однако их осталось еще много. Обычная парковка, платная, городская. Вроде как все должно быть уж здесь, точно должно быть все надежно, были уверены. Но, к сожалению, наши коммунальные службы, видимо, не досмотрели за данным деревом. Ущерб Дмитрию компенсируют, ведь автомобиль был застрахован по КАСКО. В противном случае пришлось бы идти в суд. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».